В состав Общественной палаты третьего созыва вошли 45 человек. Это те активные сочинцы, которые имеют особые заслуги перед городом и его жителями. Представители общественных объединений, некоммерческих научных организаций, творческих союзов и трудовых коллективов. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев ставит задачи, чтобы как все решения, которые принимаются в городе Сочи, чтобы они обязательно подвергались общественным слушаниям, чтобы они обязательно подвергались общественному обсуждению. Анатолий Пахомов отметил, Общественная палата является эффективным институтом контроля, проводником между жителями и властью. Именно такая совместная работа поможет окончательно решить самые острые проблемы города, например, вопросы благоустройства, экологии и сферы обслуживания. Мы получили красивые условия, но содержать их нужно умело и с большой душой. Должен быть порядок, чистота. Должно быть в определенной степени изменено настроение наших граждан, что наши гости – это наша жизнь, это наша экономика. Поэтому их с большой любовью надо и умением встречать. На первом пленарном заседании огласили состав палаты, рассмотрели регламент и перспективные направления работы. Кстати, в этом году Общественная палата отметит юбилей. В июле ей исполнится 10 лет.